terra vivo. Strada African. Afrikaanske strada. Да, да, я только что был в Сьерра-Леоне, съел все кактусы, так объелся. Больше там кактусов нету. Вот могу сел теперь отдохнуть. Посмотрим фильмец. Да, фильмец посмотреть какой. Вот я, как всегда, пригласил 25 гостей. 25 гостей, которые принесут 25 кассет. Тут новых кассет. Новые. Сколько? Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 новых кассет. Круто. Ну давай. Как всегда, Маркус выберет, какой же фильмец мы будем с друзьями смотреть. Поехали. Первый — Гомер Симпсон. А я тебе кактус принес. Нет, все, я переелся. О, ну ты ладно. Переелся. Я принес бестселлера «Ветер перемен». «Ветер перемен», Руфус Сьюэлл, вау. Это бестселлер. Мы посмотрим. Кассета номер первая. Давай. «Ветер перемен». Что это за фильм такой? Не знаю, на войну французский. Не сил на подобные препирательства. Да? Старенький какой-то фильм. Что-то нудное. Посмотрим вторую. Давай вторую часть посмотрим. Я хочу сегодня что-нибудь такое активное. Экшен я хочу сегодня. Там, где круто, там, где с самого начала идет экшен и до конца. Все, и хватит. Мальчик, где же твоя благодарность? Благодарю вас, сэр. Премного вам благодарен. Еще бы ты не был благодарен. Ну, не знаю, не Гомер. Неси домой кассету, сядете с Марч вместе, шампанское возьмете, посмотрите. Не хочу я романтику сегодня, я хочу экшен. Следующий — «Пингвин из Мадагаскара». Оу, взорвем? Доктор Дулиттл, Каспер встречается с Венди. О, это уже что-то интереснее. Эдди Мерфи, доктор Дулиттл. После этого мультфильм «Кота Леопольда». Ему этому конец. Спасибо, что зашли, преподобный отец. О! Что, рекламки? Это доктор Дулиттл. Доктор Дулиттл. Уходи. Это Дима Рифин. Да, точно. Я подыграю тебе. Оставь мальчика, оставь. Сейчас я его укушу. Это был мой лучший друг. Ничего. Ладно, так оставляем, конечно же. Эдди Мерфи. Доктор Дули. Да, сразу экшен начался. Следующий — «Маша и Медведь». Ну а вы что, ребята, притащили? Аладдина. Аладдин. Ну ладно, давай посмотрим. Аладдин. Где же Аладдин? Улетел от телевизора экрана. Миша, ты правильную кассету взял? Да, правильно. Но Аладдин вылетел из телевизора. Ну, знаете что? Тьфу вас! Возвращайтесь в свою берлогу. Следующий —
Рэмби Бок. Ага, так, пока тут не видит меня никто. Один дома. Один дома, Маколей Калкин. Ну, посмотрим. Макалкин. Мэм, прошу прощения. Сценарий Джона Хьюза. Режиссер Крис Коламбус. Эй, эй. Это один дома. Брат Питт и семья здесь. Сумасшедший дом просто. Мы отправляемся в Монреаль. Монреаль? Все уезжают в Монреаль. Завтра? Надеюсь, ты не готова? Мама, а этого мальчика оставляют дома одного? Да. Ужас! Почему же мне нельзя посмотреть телевизор? Кевин, я говорю по телефону. Да, а ладно, оставляем, конечно же, один дома. Макалки. Да, там прикольные будут события. Следующий мини-пух. Так, ну ты что тут притащил нам? Зевси Роксана, космический джем. Луни Тюнс. Это же Джордан. Ого, величайший баскетболист. Майкл Джордан. Да. Спейс Джемми. Это фильм «Зевс и Роксана». «Зевс и Роксана». Ух ты. Ну ничего, потом отмотаем на Space Jam, там интереснее. Это неинтересный фильм. Но все равно, это и остаешься. Да, Space Jam, потом Джордан отмотаем, конечно же. Следующий. Кристапс Порзингис. Я мама латвийского баскетбола. Знаем, знаем. Стюарт Лето, черепашки ниндзя. О, давай. Стюарт Лето. И черепашки ниндзя. Когда ты в детстве смотрел этот фильмец. Что это? Это черепашки ниндзя. Да? Кадры, похожие на Life After People. Свалка это, наверное, да? Кто-то вылезает из свалки. Так, рука поднимается. Кто это? Вот, все, оставляем, конечно же. Супер. Мне уже понравилось. Мне уже понравилось, оставляем. Так. Опа. Следующий. Кот. Таити, я был на Таити, вам кассету принес. Убрать перископ, беспредел в средней школе. О, какие-то комедии. Посмотрим. Надеюсь, будет смешно. Цель 0,75 градусов. Приближается, сэр. Будем готовиться к поражению цели. Том Додж третий раз подает поражение о назначении команды перископ. Если мы откажем ему, его снимут с капитанской программы, что будет личной трагедией для него и ошибкой для нас, не говоря уже о годах и миллионах долларов, которые ушли на его подготовку. Я вынужден не согласиться с вами, адмирал Прайс. Из документов мы видим, что это за человек. 3 года назад он бросился в погоню за русской ракетной субмариной и загнал ее в порт Дамас. Я уже не говорю о других его выходках. Не, болтовня. Комедия должна быть веселой, вот как один дома. Сразу, чтоб весело было. Тут болтовня. Полчаса болтовни, 5 минут действия. Следующий, Зак Моррис. А ты что тут делаешь? Я... Фу! Эй, не плюнься. Я принес красавицу-чудовище. Так, ну... Потому что красоту
Настоящую красоту можно найти только внутри, в душе. И когда он прогнал ее, эта старая днищенка превратилась в прекрасную волшебницу. Что, мультфильм или сказка? Это мультфильм. Слишком поздно, потому что она увидела, что в сердце нет любви. И в наказание она превратила его в страшное чудовище. Ну, мне вообще-то советские мультики лучше нравятся. Где-то там жил. Ну ладно. Все-таки Дисней. Надо уважать старика Диснея. Все равно оставляем. Следующий. Аврора. Ну что, а ты романтику притащила? Маваш Каспер. Каспер. Что за малаш? Посмотрим. Каспер — это привидение, а малаш... Смита. Это Бэйб. Малаш Бэйб. Бэйб? Просвин. Магда Шубански в роли миссис Хоббит. Прикольно. Оставляем Бэйб и Каспера. Так. Следующий. Забивака. Ну, что-нибудь российское, да? Джуманджи К9. Собачья работа. Это вообще-то не российское. Посмотрим, что там. Он твой дядя. Ничего, я скоро вернусь. О, Робби Вильямс, этот хороший актер. Это Джуманджи. Джуманджи. Помнишь? Понял. Ты говорил, ты никогда не бросаешь друзей. Мы потом закончим игру. Потом, да? Я думаю, вам лучше всем пойти домой. Да, это Джуманджи. Как теперь мы доиграем до конца? Да, чувство хорошее. Мы не можем, без Ладно, оставляем, можем. Конечно же. Это Джуманджи. Да, там один из моих любимых актеров играет. Вильямс. Робин. Да, Робин Вильямс. Следующий. Буди. Где твой конь? Отдыхай дома. И мультфильмов принес. Так, ну. И Человек-линза, и история игрушек. О, Той Стори. Ты Той Стори принес? Да, про себя. Круто. Ну, мне нравился про тебя мультик. Ну, что такое был? Хорошо. Переделанные вот игрушки. Мы сделаем. Для этого нам нужно нарушить несколько правил. Если сработает, мы его выручим. Конечно же, оставляй. О, пожалуйста, тебе самое крутое место. Уху! Следующий. Игуана. Давай возьмите мою кассету. Мультфильмы России. Дох, кто там? Крокодил Гена, Чебурашка, Чебурашка, Морис Карлсон, Карлсон по следам бременских музыкантов, каникулы Бонифация. Ох ты! Много мультфильмов. Все, и все классные. И все я видел. И все мне нравятся. Вау! И качество хорошее. Бедная моя труба дурочка, ну смотри, как исхудала фигурочка. Я заценить тебя охвачу. Да, оставляем.
Бремен, конечно же. Это мультфильм по следам бременских музыкантов. Да, ты принес мои мультики детства. Молодец, Игуана. Следующий. Так, сейчас мы тебе место найдем. Джон Сена пришел. О, ну а ты что притащил? Побег из курятника Робин Гуд. Ага. Chicken Run. Да. Посмотрим. Там прикольная джинджер была. А вот она как раз. Ситуацию. Мы день за днем несем яйца. И когда мы перестаем их нести, нас убивают. Мир жесток, куколка. Надо к этому привыкнуть. Вы, наверное, не поняли. Нас убивают. У меня своих проблем хватает. Кроме того, отсюда не так уж и сложно выбраться. Смотри. Несложно для одной или даже для двух куриц, но речь идет обо всех. Обо всех? Я пытаюсь объяснить вам. Значит, получается так. Ты хочешь, чтобы все куры убежали одновременно? Конечно. Ладно, оставляем, конечно же. Это был прикольный мультик. Помню я его, помню. Следующий. Уотернус. Так, где Рэнди? Я принес тут вам, ну погоди. Если меня ставят, конечно. Это русские сказки будут. Да, в 16-м выпуске. Заяц Абдурахман. Только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонуть. Ладно, оставляй. Так, Рэнди, а ну-ка, учиться обратно в школу пойдем. Ой, а я хотел остаться. Не будешь ты остаться, идем. В школу! Ладно, иду в автобус. О. Наруши. Барт Симпсон. О, так, ну. Нереальное приключение итальянцев в России. Круто, давай. Так классная комедия была, я помню. Моего брата взял себе в сообщники. Хорошо, о, круто, это она. Старуха дает концы брюки для престарелых уже. До старух докатился, потерял всякий стыд. Я люблю, люблю тебя, но я люблю. Я куплю тебе новую штанную чашу. И на твою зарплату. Хватит было времени терять, дождешься тебя как же. Да, это хороший был фильм. Веселый, комедия. Оставляем, конечно. Хоть и старенький, но тут хотя бы экшен. Движуха какая-то хотя бы. Следующий. Баузер. О, ну, что нам Супер Марио Логан притащил? Мультфильмы. Так, Трое Простоквашино. Все написаны, все будут. А, все серии Простоквашино. Круто. Даже каникулы Простоквашино и зима в Простоквашино. Проверим, что там у нас за качество. Можно ли смотреть такой фильм? Я в нашем доме все знают. Я на чердаке живу, и мне все видно. Куда Матроскин меня зовут, это фамилия такое. Ну, да, сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. Дядь Фадор, а у тебя только... один неправильный бастерброд был. Дома еще есть. Хочешь, пошли ко мне. Меня мама твоя бронула. Ладно. Оставляем, конечно же. Старый добрый мультфильм про Простоквашино. Я новое как-то не очень новый. Да.
Хорошо, что не новые серии притащили. Новые серии Простоквашино это... Следующий. Роудранер. Быстрее берите кассету. Это меня сейчас поймают. Он притащил Киркорова. Киркорова? Где они достали Киркорова? Наверное, дома. Пока Великое догнал его. Сколько там песен? Много? Да, 38. 38 песен. Зайка моя. Зайка моя, о! Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю. Ой, Пугачёва ещё в клипе видел, да. Потому что я давно-давно тебя люблю. Ладно, оставим. Посмотрим фильм, можно будет послушать музыку классную. Следующий мексиканец. Чайцы, я принес розовую пантеру. Значит, оставите розовую пантеру. Давай, ставь. Мини-драйвер. Дэвид Духовчава. О, Дэвид Духовчава. Джеймс Белуши. Белуши. В романтической комедии «Вернись ко мне». О, «Звездные врата». Классный фильм был, мне понравился он. Майер и Союз Видео представляют новый фантастический сериал «Звездные врата». Это крутой фильм был. Вау. До конца 2000 года выйдут 12 коллекционных кассет. 12 коллекционных кассет. Ого. 12 штук. Вау. Круто. Ладно, оставляем. Так, идем дальше. Кто там следующий? Следующий это Пиноккио. О, я вам принес привет от Шрека. Ты мультфильмов принес. Привет от Шрека и мультфильмы. Какие? И «Кентавильские привидения», «Кот и компания», «Привет, человек, кузнечика, кузи», «Сказка о царе Салтане» и другие. О, круто. Крутые мультфильмы принес. О, это кто такие? Это мультфильм «Кот и компания». Это мультфильм. Почему я такой мультик никогда не видел? Ладно, оставляем. Я такой мультфильм вообще не видел. Этот мультфильм называется «Кот и компания». Тролль. Ну, а что тролли смотрят? Сборник российских мультфильмов. Кот Леопольд, Простоквашино, Винни-Пух. Ух ты. Самые лучшие мультфильмы, которые есть. Ну, кроме «Ну, погоди». Ух ты, жулики, что они делают? Ничего приятного.
Ладно, оставляем, конечно же. Качество хорошее вроде. Так. Следующий. Шерлок Холм. О, великий сыщик. Пою для вас. Лучший клип российской эстрады. 94-95. 25 лет назад. Ух ты. Ну, посмотрим, что люди слушали 25 лет назад. Не знаю, напишите комментарий. Да, такого я не знаю. Если кто знает, напишите. Кто это? Ладно. Ну, Холмс, ты такую кассету историческую достал. Потому что доктор Ватсон нашел его. Конечно же, оставайся с нами. Следующий. Рафаэль, я видел, что черепашек-ниндзя смотрели. Да. Я принес мультфильмов. Аладдина, Жил-был пес, Робин Гуд, Али-Бабашки и другие. Ух ты, сколько много мультиков. Опять. Одни мультики сегодня. Ахмед, старый Вигалова. Это Али-Баба и 40 разбойников. Охотно согласились с этим. Ступай. Приказал ему атаман. Притворившись незрячим, ранним утром пришел Ахмед на базарную площадь. Ладно, оставляем, конечно же. Добрый человек. Хороший мультфильм. Интересный был, я помню. Сюжет хороший. Жаль, что ляльки, а не рисованный. Мне лучше нравятся рисованные мультфильмы, чем кукольные. Следующий. Чебурашка. Ну, а ты, бедненький, что нам притащил? Шрека. О, Шрека. Кто сказал Шрек? Чебурашка. Нетерпеливый ты, Буратино, конечно. Но сейчас будет твой Шрек. Вау. Я рад стараться. Я все умру, Шрек. Я уже... Прибыли, осел. Уже все. О, прибыли. К замку. Круто. О. И где та горячая змеюка? Сейчас замки будут искать принцессу. И экшен будет. Да, дракон за ними погонится. Все оставляем, конечно, все. Миньон пират. Так, ну а ты что притащил? Шрек 2. О, сразу видно, пиратская версия кассеты. Ах ты пират! Пират с тубой! Так, это Шрек, он превратился в прекрасного принца. Вторая часть. Он человека превратился. Да, шел в прекрасного коня. Стойте! Скажите принцессе Фионе, что приехал ее муж, сэр Шрек. А Фиона осталась прежней? Да, прежней, да. Фильме. Ладно, все, оставляем его. Так.
Пипас. Я уже знаю, что мы будем смотреть. Мы будем смотреть Шрека. И последняя карамелька. А я принесла... Здорово! Миу, 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 миу! Ваш мир сказки! Круто! И что-то внутри... Что-то внутри... Паровозик Ромашка, летучий корабль. Мне не вмочь. Во, я летучий корабль. Говорить о любви. Я не вас так. Ты меня ищи. Если что не так, я такой. Супер. Оставляем, конечно же, это классный мультик был. Ой, я очень люблю танцевать. Да, будем потом танцевать. Посмотрим, какой фильм? Шрек 2. Шрека, а потом все будем танцевать под Киркорова. Все, все ясно? Все ясно.